И все-таки безудержное мартовское солнце прорывается сквозь задумчивые облака и благоволит сегодня белому городу. Ничто и никогда не сможет остановить эту жизнь. И мы всегда с радостью и трепетом будем ждать встречи с вами на улице Белгородского полка 56А в этом чудодейственном зале, где при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства Белгородской области мы завершаем сегодня «О, грусть», 12-й фестиваль «Белгород Мьюзик Фест», Борислав Струлев и друзья. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, наши любимые и такие уже близкие друзья. Мы обнимаем вас крепко и прижимаем к сердцу. Здравствуйте. Ах, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич. Ваш гений нарисовал Моцарта и Сальери такими непохожими на своих реальных героев. Они не были закадычными друзьями в жизни и не соперничали между собой, а уж тем более яда того рокового и не было вовсе. Антонио Сальери, ученик Глюка и учитель Бетховена, Шуберта и Листа, был абсолютно выдающимся человеком, авторитетнейшим, талантливым и невероятно остроумным. Это сегодня вместе с оркестром Белгородской филармонии докажет, и в этом нет никаких сомнений, наш замечательный гость, интеллектуал и умница, считающий свою профессию очень сложной, непредсказуемой и таинственной. Он проживает Сальери сознанием современного человека и даже архитектурно сам достраивает историческую партитуру новым звучанием духовых. У него истинный талант и очень хорошие педагоги. Он выступал с лучшими оркестрами мира в лучших концертных залах с самыми блистательными солистами. Заслуженный артист Российской Федерации, профессор, истинный лицедей музыки, обладающий особой энергетикой, идеалист и максималист одновременно, Юрий Михайлович Ткаченко. Встречайте. Антонио Сальери, увертюра к опере «Трубачист». В такой редакции это произведение звучит впервые в Белгороде. Абсолютная премьера. Thank you.
Когда на августовском Open Air в Белгороде он запел «Ты моя мелодия», многотысячная соборная площадь буквально затаила дыхание, потому что истинный талант, он распознается сразу. Николай Землянских, несмотря на свой еще молодой возраст, обладатель несметного количества вокальных наград. Будучи артистом молодежной оперной программы Большого театра, дебютировал совсем недавно на сцене Баварской оперы в партии Марчелло в «Богеме Пуччини». Он упорно трудится, этот обладатель сказочного баритона. И его приглашение на наш фестиваль – абсолютно закономерный характер и результат исключительности дарования и достижений нашего героя. Петр Ильич Чайковский, арию Роберто из оперы «Иоланта» в сопровождении оркестра исполняет Николай Землянских. Черных очей, как на небе звезды осенних ночей, все страстною негой дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все опьяняет и жжет, как вино, оно только взгляд. Как молния ранит, и пламя любви зарнеет в крови. Она засмеется, и песни зальется, и жемчуга прет, лицо светет. А страсти божьей, искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей, все страстною негой дивно полно, в ней все опьяняет, в ней все. Когда пел Хворостовский, у людей замирало сердце, перехватывало дыхание и текли слезы. В октябре прошлого года Дмитрию Александровичу исполнилось бы 60. Масштаб его личности, талант и невероятная харизма белого сибирского тигра, как его называли почитатели, влюбляли в себя с первого взгляда. Борислав Струлев давно уже мечтал слиться виолончелью с тембром, напоминающим голос нашего великого баритона. И вот долгожданная коллаборация на сцене Белгородской филармонии. Академический хор Белгородской филармонии, главный дирижер Елена Алексеева,
симфонический оркестр Белгородской филармонии Борислав Струлев и Николай Землянских. C'est déjà sa gloire.
Александра Николаевна Пахмутова на своем юбилее в Большом театре просила нас запомнить его имя. Думается, что забыть его уже не получится никогда. В детстве Николая Землянских называли волгоградским Робертино Лоретти, волгоградским соловьем и поющим ангелом. И то, что он трижды становился победителем вокального конкурса Пахмутовой, родившейся, кстати, в Сталинграде, тоже символично. Это нити судьбы, они ткут невероятные свои узоры. Александра Николаевна заканчивала центральную музыкальную школу, поступив в нее в 1943 году, в годы войны, а спустя 40 лет там же свою музыкальную и стремительную карьеру начал Борислав Струлев. Все не случайно. Все в этой жизни не случайно, что и доказывает наш фестиваль. Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова, мелодия исполняет Николай Землянский. Звание, песня, ставшая судьбой, бой забвенья раннего, знал Орфей, преданный тобой.
верни мелодию любви. Николай Землянских родился, как мы уже упоминали выше, в Волгограде. И все, что связано с историей города-героя, с его прошлым и настоящим, для него неумозрительно, а трепетно и священно. Он неизменный участник памятных концертов, посвященных Сталинградской битве. И то, что сегодня в Белгороде, в городе первого салюта, и первом в России городе воинской славы, испытавшим столько боли, столько страданий, явившим миру столько подвигов и отваги, поет потомок защитников Сталинграда, представляется нам очень важным и предельно исповедальным, истинно откровенным и для Николая Землянских, и для Борислава Струлева. Композитор Ян Френкель, автор стихов, Расул Гамзатов, «Журавли». Оставил на земле.
Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Евангелос Одиссеас Папатанансиу. Часто ли вам доводилось произносить это имя? Вряд ли кто-нибудь из нас сподобился хоть раз до этого выговорить этот словесный экзорсис. А вот его псевдоним Вангелис выучил наизусть весь мир. Его называют греческим богом сложной прогрессивной музыки, электронщиком номер один и одним из лучших композиторов современности, в том числе и для большого кино. Говорят, что сам Жак-Ив Кусто как-то заказал Вангелису саундтрек к одному из своих фильмов о подводном мире. Когда музыка была готова, Кусто прослушал ее, отверг. «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только тебя». Потому что это всегда были звуковые эксперименты, звучащие максимально необычно и завораживающе, с ощущением явного опережения своего времени. Казалось, дом Вангелиса был обителью всех существующих на свете сэмплов, а сам хозяин – истинным волшебником музыкального бытия. И однажды, побывав в этом доме и пообщавшись с его хозяином, Борислав Борисович был окрылен этим общением на всю жизнь. Памяти Вангелиса «Мисодия» на темы греческих мифов с оркестром и хором Борислав Струлев.
арт, директор фестиваля, маэстро Борислав Струлёв. На этом, казалось бы, можно было бы и поставить точку в первом отделении. Но нам бы хотелось, чтобы это был не рукотворный восклицательный знак с отточием. Да, Николай Землянских – обладатель золотого тембра, несомненно. Но он, и скажем это вам по секрету, еще и композитор. Да, да. Вчера вечером в сердцах Коля бросил: «Сейчас на меня все композиторы ополчатся». Нет, Николай, смеем вас успокоить, не все. Итак, премьера песни. Она впервые прозвучит и прозвучит, естественно, впервые в Белом городе на нашем фестивале. Автор музыки Николай Землянских, стихов Эдуард Осадов, «Письмо любимой» исполняют Николай Землянских и Борислав Струлёв. Разлуки сейчас между нами узоры созвездий, посвист ветров, дороги с бегущими вдаль поездами, да скучная цепь телеграфных столбов, как будто бы чувствуя нашу разлуку, раскинистый топот, вздохнув горячо, к земле потянувшись зеленую руку, подружески мне положил на плечо. Загораемся каждой строкой, но вести не только в конвертах приносят, они к нам сквозь стены приходят порой. Мы в дальней разлуке сейчас между нами узоры созвездий. Скучная цель.
Николай Землянский. Борислав Струлев. Юрий Ткаченко. Заслуженный артист России. Симфонический оркестр Белгородской филармонии. Академический хор Белгородской филармонии. Главный дирижер Елена Алексеева. Николай Землянский. Юрий Ткаченко, выдержавший это испытание, умница из умниц, Борислав Струлев.